Друзья, добрый день. Камера так расположена, потому что так получается. Вот, пожалуйста, у меня un café шею. Очень вкусный, как вам показать. Ну, почти полная чашка. Это больше обычного un café шею. Еще стакан воды возьму. Потом покажу вам, какое блюдо мы заказали. Это прата ду дио, блюдо дня. И мы заказали мея прата. Это половина порции. И, как правило, салат присутствует. Помидоры, лук, морковь часто, листья салата. То есть на самом деле и еще подают обязательно оливковое масло и винагры, винный уксус. То есть можно полить лук, мясо, еще добавить соус. Это очень-очень вкусно. Себя полить. Да, по бригаде, ну то бригаде. Да. Привет. Ваш фавор, батата фрита, а посуд батата кузида? Батата кузида? Sim. Só tenho com pele. Pode ser? Sim, obrigado. То есть можно попросить картошку не фри, а можно попросить картошку отварную. И это будет более здоровая еда. Вот лимон еще принесли, и тут морковь, тут отварной картофель, шашлык. И это еще называется мои прата. Большая порция для русских людей. Хочу отметить, что еда везде очень вкусная. Воду пьют португальцы из-под крана. Да. О чем мы уже давно-давно забыли, чистый. Например, в Хабаровске, если честно. Вот сын у меня наслаждается Кока-Колой. За ваше здоровье. Оно все салуды, за наше здоровье.